Специалисты приступили до реконструкции монументальных мозаик на домах у столичном микрорайоне Усход. Усе четыре работы уваходят у спис историко-культурных каштовностей Беларуси. Сёлета майстры будут обновлять два полотны из четырех. Мозаики были выкананы у конце 70-х годов минулого стагодия творчей группой авторов, узначальвал якую мастак Александр Кищенко. Ремонт фасадов необходный, бо от стен почали отваливаться ковалки смальты и пласты разом с тынковкой. Был Советский Союз, и это было и в Москве очень много мозаичных панно, и у нас было много мозаичных панно. В этот период развивалось монументальное искусство. Это как раз вот монументальное искусство, которое выход к людям. Вот, культура, украсить город. Вот эта серость, которая тогда вот строились, вот эти серые дома, это как бы немножко угнетало и людей, и хотелось бы придать какой-то праздник, какое-то настроение и в то же время истории. Если стыки стеновых панелей, как вот на данных домах, они в удовлетворительном состоянии, то есть и мозаика, она тоже будет, в принципе, служить долго. Ну, если стыки где-то неудовлетворительным и затекание происходит, естественно, что любой материал начинает разрушаться и отваливаться. Завершить реконструкцию двух из четырех фасадов майстры плануют праз год.